У меня мурашки по коже. Я в восторге. О, боже мой! С ума сойти. Я таю. У меня сердце остановилось. Всем привет, мы... BTS! Это Гламур, и сегодня мы смотрим, как вы поете наши песни. Я таю. Я таю. Круто. Круто. У него потрясающий голос. Вау, с ума сойти. Совершенно другой вайб. О, ну что вы думаете? У меня ухо растаяло. Песня звучит как R&B. Ощущается по-другому. Нужно будет поработать с дыханием. Давайте попробуем так петь на концертах. Отличный кавер. Это было потрясающе. Серьезно? Его голос просто нечто. У него потрясающий голос. И такие мышцы, вау. Ну, во-первых, его голос. И энергия просто невероятная. Давайте попробуем так петь на концертах. Нужно будет поработать с дыханием. Это я с ума сойти. Вау, это... Мне нужна пара минут на осмысление. Так круто, что они увидели кавер и им понравилось. Что за черт, а? Сейчас просто переполняет благодарность. Это все, что они делают, те идеи, за которые они выступают. Это просто... Просто потрясающе. Это стоит того, чтобы продолжать. Они просто так сильно влияют на мир, позитивно влияют. Это потрясающе, даже просто наблюдать со стороны. Этот парень. Мне кажется, я его знаю. О, да. Отлично читает. Просто отлично читает. Да, правда. Как будто другая песня. Это так круто. Ощущение, что это правда другая песня. Это правда какая-то новая песня. Он очень хорошо читает. О, боже! Вау! Мне кажется, я его знаю. Правда? Ага. Чунгук меня знает? Когда смотрю реакции на YouTube, всегда вижу его видео. Вау! Просто отлично читает. Да, правда. У меня сердце остановилось. У нас же есть конкурсы от студии, ему стоило бы это отправить. Вот, да. Мы бы нашли ему применение. Он Боже очень мой. Хорошо читает. И бит под читку очень крутой. Да. Вау. Это... Боже. Это... Господи. Потрясающе. У меня голова взрывается. BTS видели меня, и им понравилось. О, боже. Это лучшее, что происходило. Вы сделали мой день и жизнь. Это так круто. Так, как они себя подают, это то, как я пытаюсь жить, всегда выкладываться на полную. Спасибо за главный источник вдохновения в моей жизни. Я очень благодарен за все счастье и искусство, которое они нам дарят последние 7 лет. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу встретиться с ними. Это было бы здорово. Идея с молнией — это нечто новое и удивительное. Вот как они это делают. Он использовал звук от того, как ловит ключи в воздухе. Мы должны похлопать. Песня стала очень милой. Давайте поменяем хореографию на вот это. Звук получается даже, когда бьешь по ноге. Огромное уважение им за вот это все. Их голоса — это нечто. Да, просто восхитительно. Подождите, они смотрели мое видео? Вот как они это делают. Освежающе. Это так здорово. Ладно, я тоже в восторге от Zip-Zip. Песня стала очень милой. Теперь мне слегка неловко. Они еще и танцуют.
Давайте поменяем хореографию на вот это. Иди с молнией, это нечто новое и удивительное. Молния, да. Это так круто. Я не знаю, что сказать. Я... Вау, у меня голос надломился. Я прям снова подросток. Я... Это честь для меня. Возвращаясь к моменту, когда я создавал то видео, мы просто записывали кучу разных звуков. Ножницы, молнию и ключи. Я рад, что это показалось им крутым. Я-то просто люблю делать музыку, так что очень рад. Рад, что им понравилось. Вау, я не могу перестать улыбаться. Я... Это честь. Я не знаю, что сказать. Воу-воу. Воу-воу-воу. Вау, этот вайб просто... Очень круто. Мне очень нравится. Да, аранжировка потрясающая. Она отлично поработала. Вау, я это найду и послушаю еще раз. Это очень круто. Я тоже. Огромный талант и энергия. Она отлично спела. О, боже мой! Боже! Что? Я сейчас заплачу. О, боже мой. Вау, этот вайб просто... Очень круто. Ощущение, что летаю высоко в облаках. О, боже, я сейчас тоже летаю высоко в облаках. Мне очень нравится. Вау, я это найду и послушаю еще раз. Я тоже. Это очень круто. Она отлично спела. О, боже. Ладно, с ума сойти. Я помню, как была на их концерте в прошлом году. Я была в дальней секции. Тэхён был вот таким малюсеньким. Я очень люблю эту песню, и мне кажется, что она многое для них значит. И это не всегда понятно тем, кто не знаком с языком. Вот поэтому я и начала делать каверы на английском. Это так дико знать, что Ви видел мое лицо. Как видите, он мой биас. Продолжайте быть такими же классными. Вы вдохновляете так много людей. Вы буквально помогли мне пройти через очень сложный период. И я очень благодарна за это. Я вас так люблю, ребят. Спасибо. О, боже. Это так круто. Я уже смотрел. То, как они могут менять наши песни, просто восхитительно. Это правда наш текст? Да. Да, он поет на корейском. Вау, этот звук создает человек просто своим голосом. У меня мурашки по коже. Реально. Я настолько этим поражен. Это так круто. Давайте мы все научимся играть на инструментах. Вау, барабанщик. Окей, Чонгук, на барабанах. Джин, ты на электрогитаре. Я тут вообще-то на фортепиано учусь. Это просто автоматический отвал башки. Тут ты прав. Они так выступают, я бы пошел на их концерт. И барабанщик еще, и ведущий голос. А, барабанщик основной вокалист, а на втором парне скриминг. В любом случае, у меня ощущение, что нам стоит работать усерднее. В жанре тяжелого металла. Отличное сочетание. Да-да, очень подходит. Как вышло, что все они настолько хороши? Правда, хороши. Просто они все-таки разные, и каждый певец добавляет свой стиль в песни. Очень впечатляет видеть их интерпретации. Нас так сильно вдохновляют такие видео. Да, согласен. Нам хочется вкладываться еще больше. Мы очень благодарны за ваши видео. А позже нам еще нужно... Нам стоит попробовать стиль пожестче. Будет весело. Да, на концерте. Мы правда все должны на чем-то играть. И запишем видео. Я буду с кастаньетами. Было бы неплохо. Я просто похлопаю тогда. Я буду играть на молнии. Отличная идея. Сам факт того, что вы поете наши песни вот так, делает нас счастливее. Слышать, как наши песни поют разные люди, это восхитительно и очень вдохновляет. Да, правда. Вы все такие классные. То, что вы создаете, новые интерпретации наших песен, нас каждый раз вдохновляет. Да. Вы, ребята, всегда нас вдохновляете. Очень полезно было увидеть, как по-разному наши песни можно исполнить.
Мы видим, с какой любовью вы делаете каверы на наши песни. В будущем мы будем стараться смотреть больше ваших видео и больше работать, чтобы создавать новые классные песни. А пока, пожалуйста, продолжайте нести миру радость через ваш голос и таланты. И вот и все. Слушайте Dynamite! А с вами были BTS!